Информация полезная для тех, кто собирается в отпуск. Власти хорватского города Хвар серьезно взялись за поведение туристов. Теперь там действует система штрафов. За прогулки по городу в купальных костюмах придется заплатить 600 евро. За появление в общественных местах в состоянии сильного опьянения – 700. Таким образом, мэр решил, цитата, «положить конец голым и пьяным бесчинствам». Все из-за многочисленных жалоб на отдыхающих. Новые правила в летний сезон появились и в Италии. В Риме ввели сухой закон. После 10 вечера магазинам запрещено продавать алкоголь. После этого времени в городе нельзя пить и спиртное из стеклянных емкостей. А начиная с 2 часов ночи алкогольные напитки нельзя будет купить в барах и клубах. Нарушителям грозит штраф в 150 евро.